Мои дорогие друзья, вот смотрите, как вчерашняя рассада у нас уже принялась и растет дальше. Вот, делаем лунки сапой. Вот они уже приготовлены. Значит, у нас 7 в ширину и в 11 в длину. Ну, это, значит, у нас 10, так сказать, 77 лунок вот вместе с этими. И уже когда посажу, будете смотреть, как получится красиво. Вот ведро воды, вот это наша рассада, и сейчас же будем сажать так же, как вчера. Ну, некоторым покажу, чтоб, может быть, кто вчера видео не смотрел. Значит, вот берем воду, наливаем сначала сюда, чтобы мокро было. Потом берем рассаду. Вот, видите, рассада. Желательно ее окунуть в воду еще. Вот, потом так поставим. Вот. Видите, я засыпаю ее. Вот, потом еще опять чуть-чуть налью воду. Видите, чтобы ей было достаточно воды. Опять засыплю землей. Вот у меня приготовленная бутылка порезанная. Вот видите, вот с бутылки. Вот, и выходит где-то 12 литров на 70 лунок. Вот видите. Видите, сейчас начну сажать рассаду. Когда рассажу, покажу опять вам. Но почему хорошо лить вот так воду сразу? Быстрее будет, потому что есть стимул, солнце горячее, и рассада будет садиться быстрее, чтобы не высохла земля. Посажен, вот видите, вот еще. Вот весь участок. Вот. Пока вот я сейчас приготовлю новое место для посадки. Вот держим вот так. Видите? Вот здесь вот есть дырочки. И вот ведро с водой мы держим вот так по фасаду.